Привет, солнечной Италии, Санкт-Петербурга. Марина, здравствуйте. Вот которые фотографии я вам сбрасывала. Вот смотрите, как лучок растет. И места много не занимает. Здесь около 30 луковичек. Это результат где-то дней за 8. Вот, посадили еще укропчик и петрушечку. Но не все семена зашли, поэтому как-то так. Всем доброе утро. Солнечная Италия, Мариночка из Германии. Девочки, мальчики, мужчинки. Показываю свой садик, огородик. Значит, здесь у нас помидорки, базилик, салатик. Все потом будет рассаживаться. Очень красивые нарциссы. Вот их сорт. Бридал Кроун. Обычный нарцисс. Лаванда искусственная, роза очень пахнет, еще не распустилась петуния, там ягодки, малинка, мята. Здесь очень много названий всех цветов, я не помню. Вот еще ландыш, еще цветочек, это тюльпаны отцвели, земляника из леса, цветочки. Анюткины глазки, розмарин, это гвоздичка, это елочка из леса, гвоздичка, которая вьется, елочка. Розочка желтая, розочка оранжевая и цветочек. Всем хорошего дня. Целуем из Германии. Мариночка, привет, солнечной Италии. Хочу тебе показать свои замечательные орхидеи. Они уже достаточно давно цветут. И была недавно большая шапка, сейчас осталось совсем немного, но для них это нормально, в течение года у них достаточно большой цикл цветения. Это маленькие детки, которых я пересадила со стебля, и теперь выросла новенькая. Скоро у меня дадут цветы новенькие веточки. Это воздушные корни, которые, если в хорошем состоянии, пусть будут сверху, если в плохом, допустим, уже сухие, ты их можешь отстричь. Если они тебе мешают, помести их в горшок. Горшок может быть как стеклянным, так и обычным. Для них это не имеет никакого значения. Поливай, как обычные цветы, и все будет замечательно. Привет-привет! Привет-привет! Это солнечная Италия на проводе. Утро начинается с чаечка. Хотя я утро, это мое второе уже утро, второй заход. Я встала без 15:07 утра. Походила, посмотрела, что девочки спят. У Саши как раз занятие сегодня еще было онлайн. Думаю, если сейчас буду тут ходить, убирать полы, мыть, буду мешать. В общем, заняться нечего. Я по новой залегла и по новой уснула. Это учитывая, что я ночами сейчас вообще стала плохо спать. Теперь я в поисках этого телефона. Я смотрю обзоры на Ютубе, то iPhone RFHR, то еще какой-то, то 8. Кстати, Карло мне нашел 8. Только не 8 плюс, а 8 он нашел. Вот. Не знаю, что делать. И за хорошую цену, за приемную. Но, типа, восстановленный iPhone. То есть, где бы ушный iPhone, который кто-то пользовался, а тот, который, ну, который продали и потом его сдали по какой-то причине, допустим, там. И, ну, короче, вот я на сегодня на Ютубе смотрела по поводу таких телефонов, там рассказывают, типа, можно ли брать телефон, который был, как же он называется, XR, по-моему, называется тоже как-то. Так, ладно. Ну, что, типа, восстановленный, типа, можно ли восстановленный телефон это? Так что я делаю? Я делаю чаёк. Сейчас лимончик. Лимончик сейчас. Опс, переключаемся. Паштетик доедаю. Я паштетик печёночный с чаёчком, с лимончиком. Обожаю, когда очень много, кстати, надо добавить немножко. Я обожаю, когда есть лимон в чае, прям он чувствуется. И у нас, кстати, посмотрите, девочки, как у нас разрослось дерево. Слово «разрослось» я научилась выговаривать на Ютубе. Посмотрите, как красиво. Здоровайся со всеми, Соня. Всем привет. Девочка маленькая. Вай. Давай, отпускай ее. Шевелере. Все кушаем. Распаката, гварда, распака. Браво. София любит кошаков. Кошачника. А что ты в Сашиных тапках? Только пецели мия. Иди там, твои под кровати, наверное. Мам, ну че спать супер? Есть. София, они все в месяц, там очень много. Иди. В месяц. Не переживай. А эта Шура, так она вообще такая шустрая. Она больше всех и ночью гоняет.
Аж уши прижимает. Смотри, смотри, как уши прижимает. Так уши, смотри, как лиорейки. Вот смотри, у этой, как у кролика, глянь. Поверину. Детро, так ей ли пьяше? Не пьяше? Э. И а ей пьяше? Э. Мама, как судишь, что это будет со стоком? Сейчас уберем, я только-только начала. Все, закончили, баста. Сейчас закончат, и я уберу. Мама, я così forte devi picchiare. Все, иди суши волос, потому что мне потом нужна будет машинка. Ну, переключаемся, хотела ж вам показать. Кот эстет здесь. Слушайте, сначала хотела одеть футболку, потом что-то у меня везде окна раскрыты, там я что-то подумала, ну его нафиг эту футболку одевать, что-то холодно. Ну прохладно, у меня здесь окна открыты. Оп, переключаемся. Саша, здоровайся с девочками. Привет. О, что мы делаем? Саша приготовила заниматься гимнастикой, будет делать маме торт. Да, только она говорит, мама, у нас говорит маленькие вот такие вот остались штучки. Три. Ну на две, да? Сейчас... Что-то упало, наверное, упало. А, пылесос упал. Сейчас я прям потом рекорду, ладно. Ну да, должна ты руки сначала помыть, должна, потом разделить желток от белка. Уже достала комбайн. На, вот. А, мне надо, кстати, залезть туда, посмотреть, что там у меня с цветочками. А, полить лиану будет, наверное, завтра. Потому что сегодня такая погода, знаете, переменчивая. Прям я бы сегодня лежала целый день, лежала, полежала, ничего не делала. Боже. Ой, подожди. Подожди, потому что у меня там надо мусор не это самое, я не вынесла. Не вынесла, а нету этого, как его называют. Ведро осталось внизу. О, давай я повешу халат в ванную. Оп, переключаемся. Так, девочки, сейчас буду ругаться. Сейчас я сполосну, одену наушники и буду с вами ругаться. Потому что шо вы, шо вы? Шо вы расслабляетесь, я не поняла. Вот такое освещение здесь. Как много играет освещение для женщин. Помнишь, да, Саша делает? Саша делает тирамису. Не показываем, потому что уже показывали. И мы не этот самый, ну, не можем делать так, как делают там профессиональные коки. Так, что я делаю? Может, мне волоски собрать? Мне вчера написали, что у меня хорошо с убранным волосом. Он отмок у меня, видите, на улице. Извиняюсь, женская неопрятность. А? Да, да, делай. Крема больше делай, оно будет вкуснее, но крема, пью крема, я имею. Так. Вот, Сашура, здоровайся, девочка. Привет. С этим мусором, девчонки, сегодня нанервничалась из-за мусора, блин. Потому что. Раньше, блин, сами выносили и все. Сейчас стоит в коридоре, преет. Что ты добавляешь? Маскарпоне, да? Маскарпоне. Понемножку, да? Маскарпоне. И желток, да? Желток, его уважали, да, вот эти? Как они называются? Торли. 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 Твоя резиночка не потеряла. А что ты не одела? У нас же фарфорчики. Слышишь, Саша? Сашок. Покрося, подожди. Он где этот самый? Кося. Фартук у тебя был. Блин. Ella sopra, a sinistra. Кто тебе подарил, помнишь? Нет. Подарила бабушка Ира. Моя мама. Я не помню. Когда ты маленькая была. Ты маленькая была, вот так вот его подвязывала, он был большой. А теперь уже все. Это твой, твое приданное, Саша. От бабушки. Так, аккуратненько здесь, да? Делаем все аккуратненько. Типа, я сюда. Сюда. Диваю. Так. Саш, ну что, я решила брать iPhone 8. Снимать видео. Да. Ну а что? Он стоит меньше, чем другие. А что, потратить сейчас все деньги на iPhone, месяц только начался. Тебе же надо репетитора платить или нет? Си. Они сказали в конце апреля, да, надо заплатить? Это ну, а сколько у тебя занятий осталось? Вот там, по. Надо спросить, сколько занятий осталось, Саш. 15. 20. Нет, у тебя еще с того раза должно было остаться. Оставалось 5 узаты, да, сделала.
Капец, Саша. Все, я по-английскому мы будем менять тетку. Там все написали, что надо было разговаривать о море на английском. Mare, vado, go, go, beach. Go, go, beach. Go, go, beach, sweet, sweet. Ты понимаешь, что я говорю сейчас на английском? My name Марина Иванова. I am in a My name is Марина Иванова. I am only day. I am only day. With my English good. No, with my English book. Ты видишь, I don't speak English. Speak. No, ты не speaking. Don't touch me. Forget me. Call back me. Fuck on you. Ты знаешь, что это такое? Fuck you? No, fuck on you. Fuck on you, но всегда не везите, мама. Как это? I am go switch. Switch. I am go switch, Mare. А Mare как будет на английском? Не знаешь? Боже, как... Я не помню, все. Ты не знаешь. Ты не знаешь, потому что вот вы... Так, давай, все, да. Switch. Девочки, смотрите, я сегодня... А, не нравится, когда плохо говорю. Смотрите, как понеслась трава, как начала расти. Наверное, все-таки я посадила ее очень редко, надо было чаще. И, возможно, я посадила какие-то зернышки очень глубоко. Не знаю, если на это влияет. И вот смотрите, моряк не лазит сюда, и вот она растет. Конечно, ее мало... Редкая она, надо было, наверное, всю пачку бросать. А может, она не зашла, я не знаю. Почему так вот? Help me. Аюта ми. Помоги мне. Help me, I'm hungry. Браво, I won't buy these girls. Мама, ты реально тут чувак лачает. Что, я все знаю. Вот, смотри, сколько здесь маскарпоне осталось. Но вынимай чиста. Его. Чиста. Интересно. Надо же будет тебе еще кофе сварить. О боже, как ты все это швыряешь. Опс, переключаемся. Вчера мне пишет девочка комментарий. Ну, женщина, не девочка. Вот, и пишет мне комментарий, что, ну что, мол, вот там, правда заела в глаза, удалила, падла такое. Ну, это я утрирую, мой, типа, комментарий. Но дело в том, что я комментарии не удаляла, я женщине написала, не ври, я не удаляла никакой комментарий. Ищите свои комментарии, там, кстати, очень легко искать, если... Там показано, там написано, под видео написано, допустим, 15 сообщений, да? А сообщения, допустим, 13. То есть понятно, что какие-то комментарии были удалены. Какие-то спамят, комментарии попадают в спам ссылками. Прямая реклама чего-то тоже попадает в спам на проверку. И эти комментарии удаляются уже мной. Что я вам хотела сказать? Я не удаляла. Я даже скажу вам больше, я не прочитала ваш комментарий, потому что выпускается много видео. Я его упустила с поля зрения, скажем так. И потом уже вечером девочки в Инстаграме мне кидают ссылку на скрин. На ваш комментарий и говорят, что типа, как вот ты такое позволяешь, что там такое опять пишут, а такое опять придумывают, это говорит, видно, вот ты там кого-то заблокировала, по просьбе, я тоже рассказывала об этом видео, что я попросили девчонки, говорят, ну блин, уже все, уже прям сил нет читать этот бред собачий, я заблокировала, видно, у человека видно там 15-20 аккаунтов, ну то есть на YouTube человек ходит как на работу, вот, и я так поняла, что вы написали в комментарии, что... София убегает из дома. Сейчас вон Сашина реакция. Давайте. Что София убегает из дома, и я не могу с ней справиться. И, в общем, по поводу этого ухожу там чуть ли не в запое. Ну, и, знаете, вот честно, я даже не... Мне просто уже в скрин этот вчера скинули, что вы такое пишете. Я вам скажу так, что ну, я не хочу не оправдываться, ничего. Я же говорю, каждая занимается своим делом. Ну, просто мне интересно, неужели я похожа на ту женщину, маму, которая не могла бы справиться с двумя подростками. То есть вот вы по ту сторону экрана, неужели я похожа на какую-то очень... Да, у меня выдержка, я там могу промолчать где-то. Нервы у меня остальные, скажем так, иногда тоже сдают. Но просто мне интересно, неужели я похожа на ту женщину, которая, от которой будут убегать
мои подростки, дети. И я типа не смогу, я если не смогла бы справиться, позвонила бы в органы опеки, я бы позвонила бы в полицию для несовершеннолетних и сказала бы, что я вот нахожусь в такой ситуации, что я не могу справиться. Сейчас, видишь, медместо, сейчас. Давай, места ж нет, видишь. И я бы сказала, что я не могу справиться, дайте мне помощь. То есть это было бы, как бы это было бы не печально, и как бы это было бы не грустно, там, не стыдно, но если я знаю, что я это делаю во благо своих детей, да, во благо на в будущее, чтобы там с ними поговорили, там, к примеру, да, вот, то я бы это сделала. Вы просто не знаете, наверное, меня до конца. И просто я, естественно, я харизматичная очень женщина, хихихаха. Но когда дело доходит до чего-либо, я при делах. И потому, почему здесь София? Что София будет убегать? София, у нее есть сейчас свое личное пространство. Она от дома отходит, вот здесь вот сидит, разговаривает. Она может сидеть полчаса, час, она может прийти домой, полежать, через полчаса опять выйти, здесь около дома сидит, разговаривает. А что делать? С ума сходить? В доме сидеть? Сходить с ума? Нет. У нее есть свои переживания. Она, допустим, вот сейчас все учатся онлайн. Я знаю, что София онлайн, да? София не учится онлайн. София онлайн я видела только один раз, она сидела. Ну, работы она сдает, домашнее задание она делает, она сдает. Но вот этот вот, на нее вот эта эпидемия, на нее возьмите салфетку и вытри. На нее вот эта эпидемия, она влияет в том плане, что она дома сидеть не может, она с ума сойдет. Это вот тот тип людей, вот, которые больше двух дней дома просидеть не могут. У них едет крыша, все. Не от того, что ты не можешь себя занять, а от того, что там у нее есть переживания, у нее есть влюбленность. Это нормально, а что она должна делать? Естественно, у нее есть влюбленность. У меня в этом возрасте уже несколько влюбленностей было, и что теперь? Вот, поэтому как-то так, ничего. Саша, говорят, что София скапа диказа. И она начала ла форса ди системарла. Вот, так что вы, конечно, понимаете, вы, конечно, делаете свою работу. Я вам дала... Она, если бы она убежала, она бы уже вернулась. Вот, так что нет, ну, понятное дело, я рассказываю, очень даже часто в видео рассказываю о трудностях, с которыми я сталкиваюсь при воспитании с подростками, тем более именно сейчас, вот в такой вот период, когда вот этот возраст у них, и я одна без... А мужчины, конечно, ну, конечно, на мне они иногда это самое. Не слушается, да, Саш? Вы меня не слушаетесь? Переключаемся. Смотрите, как у Саши получилось. Вообще не падает, да? Там девочка написала, говорит, с яйцами, говорит, так опасно делать тирамису. Говорит, попробуйте найти рецепт без свежих яиц. Ну, уже как-то не знаю, привыкли. Ну, говорит, что яйца перекулезаются на фреске, ну. Так, дальше смешивает, Саша, сейчас покажу. Видишь, как неудобно телефон всегда на подзарядке держать? Девочка, видите, вот я ей глазки не мыла уже 2 дня. Вот уже 2 дня я не мыла глазки. А Филипп идет, вот сейчас я его схвачу, если он придет, ему надо помыть глазки. И я вот мою вот этой вот штучкой, и у моего белого котеночки, у блондиночки, у нее тоже... Девочка моя, что такое, что? А? Саша говорит, я уже стала этим. Так, мешай, хорошо, мешай так. Piano devo andare, надо медленно. Si rompe. E poi aggiungo piano piano. А, надо медленно добавлять, понятно. А не надо в миксере добавлять? No, lo farò così. Все, я убираю тогда машинку? Quella sì. Да? Dopo dirò questo e poi lì. Сейчас. А, вот это ж надо снять, помыть. Ой, одной рукой не могу. Угу, тогда забираю ее. Давай я помою, а ты ее поставь. Или я сама поставлю, она тяжелая. Она, кстати, сейчас тряпки отнесет в стирку. Новые тряпочки принесли. Давай я поставлю, Таша, она тяжелая. Блин, еще кошка под ногами. Давай я поставлю. Мало фатто.
Манка? Ну что, прямая манка с сукером. Ой, это... Ольга жира мельо. Жира тимельо, значит, переворачиваем. Не знаю, я люблю сладкое. У тебя получается прям бону, прям джусто. Но мне кажется, можно немножко посладше. Да, меня тут зубы разъел. Не, не надо. А что, можно добавить так просто? И на мясо un po', Не, ну крем вкусный, но все равно получается не очень дольче-дольче. Может, нет, и джусто. Так оно и должно быть, но... Ты дай кило люблю. А, джусто. На русском пробуй разговаривать. Все хорошо. Ну, понятно. Все хорошо. Все хорошо. Так, сначала Саша добавляет крем. Кофе я уже сварила. Я просто в воде прокипятила кофе. Для того, чтобы туда бисквиты обматывать, печенье вот это вот. И все, и будем сегодня тортик кушать. И, кстати, завтра. И, кстати, картошка там, он так и этот, ребрышки сделать на картошку в духовке стоят. Я разморозила еще вчера. Уже наелись, уже есть не хочется. А надо делать, раз разморозила. Погода такая, что выходит солнце, то заходит это солнце, то выходит солнце. Больше ложи, танту метьте. Хватит, баста, мелики, фай бене, ун васке, той баста, капито. Келе фай ду и мале. Лучше одну такую, чтобы она уже классная была, чем две и не классная. Тем более там много крема, ты много сделала. Ho fatto 750 грамми di mascarpone. Ого. София побагнула им плюс. Больше полкилограмма маскарпоне. Потому что София ходила, потом еще докупала. Она же купила тогда одну. Она купила тебе две? Да. Скажи, а еще две пошла купила. Еще две? Две, два, гуали. Так, а ты будешь сегодня спортом заниматься? Але сей, мне еще надо заниматься. Почему четверо? Четыре человека сегодня, да? И ты ведешь, да? Ты мастер, да? Ты говоришь, что делать. Нет. Нет, а кто? Это моя подруга. Так, друга. Друг. Так, а что будет у вас? Один мальчик и одна и две девочки? Две мальчика и два девочки. Будете заниматься, да? Да. Молодцы. А завтра тортик кушать, да? Нет. Возьми вилку, Саша, ты аж паришься. Помнишь, мы вилкой делали или так нормально? Да, нормально. Нормально, ничего ж не будет. Ложи, главное пол не запачкать. Главное, что я тебе сказала, аккуратно, чтобы эти зерна с кафе не... Как его называется? Нормально, так они делают, ничего страшного. Я сейчас пойду на улицу, мне надо очки купить, которые ты мне поломала. Почему я поломала? Потому что ты мне мазала голову, не поймешь чем. Очки упали, все, поломалось, я не могу, мне выпадает очко. Я сейчас пойду, сколько времени? Сейчас я пойду куплю очки. Вот, откроется этот табакину. Я жду, пока доедет. Наверное, надо этот мост, ну, выкинуть этот вот и помыть сейчас миску. Потому что я хотела миску помыть. Симочка, сейчас. Дими баста. Ну, немножечко еще по уголкам сделай. Аккуратненько, не спеши. Моя орхидейка стоит. Я не люблю орхидеи, должна вам признаться. Не то, что не люблю, они красивые, но эти цветы... Там, кстати, она, он, по-моему, что-то с ней там... Не знаю, не для меня эти цветы, они очень для меня компликаты. Баста, видите, баста. Почему вот это, что это такое с ней? У меня на подоконнике нет места для орхидей. Для орхидей на подоконнике у меня места нет. Мама, просто пусть я мучу, да. Давай, пусть закрывай. Пусть. Джирала, вот это вот вадетро, да. Кушай всем. Ну все. Ты меня глаза, Симоне, скажи. Угла помыла глаза Симону, всем помыла. И Филиппа словила. Закрывай хорошо. А, кипа? Ну, конечно. Мы же холодильник будем ставить. Я не знаю. Закрывай по бокам. Вот здесь. На, салфеткой вытри. Салфеткой сопра вытри, у тебя же крем там виден. Ты же аккуратно делаешь. Но. Если у тебя закажут, купить хотят, что ты так отдашь? Ну, да. Ой.
Давайте, не надо, поставь, я сейчас сама. Я, дай сюда поставь, я вытру, и потом будешь это. Ну. Attenta, давай, regoliamo qua. Ti dato ciò che questo. Deriva nova. И la data. Я тоже, как мы весело, как мы... Ой, Сашка, ты села на стул, у тебя вся задница в этом, в кошаках была. Там кошка видно, моряк, наверное, спал. 29 сегодня, 04. Стой, я соберу хоть немножко. Мама, я помолиться дыре, баста. Мускулы болят. Блин, это там Симон, не Симон, да, это и Симон там спал, надо почистить. Но дела чисто моряк. Да, там моряк чаще всего. Эй, я просто осадили моряк. Все, это твое. Все, можно брать в холодильник, давай. Ну, переключаемся, а? Я могу, я грамиту. Не поняла. Грамиту. Ну да, конечно, кушала. Полядно. А, да. Как для меня плохо цукера. Мне мало сахара. Мне надо сахара больше. Саша вторую делает вазочку. И Саша тоже, кстати, сказала, что удобнее делать в маленьких. Когда маленькие. Блин, поставила стирку с белым бельем, забыла поставить туда, положить полотенце. Ну ладно, мы стираем часто. Мне надо было полотенце. Вот это стирку одно еще. Но мы возьмем черную. Что? Мы возьмем. Нет, нет. На, ты черную. Хорошо, тебе там остается, что ли? Ой, я... А кто его есть будет в столько? Вот какой здесь срач? Не помню. Какой здесь срач? Че? Come no? Ci sono piccole così. Mamma, non si può fare qua. Perché? È troppo piccolo qua. Vabbè, facciamo quelli piccoli anche. Li leviamo però allora, una male rossa. Там женщина написала, можешь сделать вот здесь, смотри, Саша. Posso fare anche quello di vento, sai, vero? Да. Я буду говорить еще его прима. Блин, Мурка, что ты гуляешь? Иди к пацану к своему, ты около меня лазишь. Так она не хочет, она не дается ему. Она сама не знает, что она хочет. У нее, наверное, ложная беременность. На. Пошла одеваться и... Да, мне надо пойти купить очки, потому что людей будет... О чем мы будем с тобой разговаривать? Ну, вот так. Что сделаешь? Как на Yesterday. Oh my heart, oh my, my life, my way. You my hey, you must obey your day. I kill and me. Yesterday. Я всегда пою эту песню. Я не знаю почему, почему-то вот она, вот это, у меня эта песня, эти The Beatles, они у меня почему-то ассоциируются с моим краном. Я не знаю почему, вот я ее, вот как кран поставили, только ее одну и пою. Так, что, я пошла, девчонки, обуваться, мне надо пойти купить очки, потому что, видите, вот оно треснуло. И оно у меня в очко вываливается вот так, и я не вижу ничего. Поэтому надо сбегать, купить очечи. Как раз мне надо будет забрать ведро для пищевых отходов, оно на улице стоит. Вот. Пока дождик закончился, надо сбегать, купить. Вот, переключаемся. Видите, какая прищепка огромная. Потому что все прищепки отсюда растащили. Саша трогает мои наушники. И, ой, да, не блин. Трогает мои наушники, на место не ложит. И мне потеряла все мои маленькие прищепочки были. Все, я пошла. Ну так они должны, ты когда их берешь, они не на кровати. Закрывай аккуратно, уберешь, если надо будет, там пол протрешь. Я сейчас приду. Мама, своя. Что? А где мои ключи? Смотри. Ура. Нормально. Даже если сболят. Ну не надо писать. Блин, какая сумка конченая у меня. Ну это собра. Да, Саша, это самое. Я тебе крикну в окно. Ключи я София забрала. Нет ключей, все. Мое есть. Блин, София задолбала. Руки постоянно свои суйко. Как вы меня все задолбали? А сейчас я. Я тебе крикну в окно. Давай, давай. Бим-бим-бим-бим. Давай. Давай, пошла.
руками своими лезет постоянно, где не надо. Блин, цветок надо полить. Я его, кстати, поливала. Смотри, как красиво он вверх идет, а у меня в квартире из-за того, что стоит наверху, он не идет вот так вот вверх. Перевернуть и полить. Смотрю, мой мусор выкинули, который не был запланирован. Ну ладно, сейчас буду подниматься, занесу. О, какая там туча. Занесу свои ведра. С такой прищепкой приходится идти. Девочки, ну что? Беру 8 iPhone. Беру 8, что делать? Не знаю, что делать. Я коврики настирала с ванной. Кошачий коврик. Раз в неделю где-то я стираю коврики. Тоже настирано на всю семью. Классно они здесь. Если бы вот это вот мое было пространство, ну вот я имею в виду, сюда бы мои окна выходили. Ох, я бы тут клумбы наделала. Шикардос был бы полный. Пришлось идти на почту снимать деньги. Я выбрала две пары очков. Думаю, ладно, возьму две. Потому что их всегда разбирают. Я такие цветастые люблю, цветные. Хотя, наверное, надо остановиться, взять прозрачные. Саму окантовочку. Она говорит, у нас банкомат не работает. Только банкоматом можно оплачивать там свет, газ и все. Ну, там еще там что-то. Я говорю, ладно. Говорю, отложите мне их до завтра. Потом думаю, ладно, уже вышла, пройдусь. Людей никого. Очень мало людей. Боже, что это кору? Очень мало людей, прям вообще. Перчаток нет. Там можно было зайти в хозяйственный. Можно было бы зайти вот здесь в хозяйственный. Вот, но там очередь. Можно было бы сходить купить перчатки в хозяйственный. И для полов моющее средство. Не нравится мне вот эта вот Марсилия, которую я взяла, когда мы с Сашей делали покупки. Когда мы отоваривались по купонам, мне как-то было неудобно на купоны набирать вот именно там. Или там уже рассосалась очередь. У нас уже вышло, может и взять. Да, один человек, ну ладно, возьму тогда. Постою в очереди. И перчатки надо взять, два. Ну ладно, посижу тогда, что делать уже. Потому что этого Марсиля мне не нравится. А я этот, как его... Было неудобно набирать именно для мытья полов на купоны. Мало машин, мало людей, но в хозяйственной очереди. Я вот шла туда, очередь была и сейчас. Опс, переключаемся. Купила. Сейчас домой приду, покажу, что. В очереди сидела полчаса, наверное. Сидела в очереди, взяла перчатки. Белые, ужасные. Перчатки появились в продаже здесь. Пришлось взять и шампунь, и краску для волос, раз уже вышла. Сегодня как раз голову покрашу или завтра. Сегодня вообще делать ничего не хочется. Сейчас пойду заберу свои очки для зрения. Я две пары отложила. А на улице прохладненько, ветерочек. Ветерочек. Так. А какой красивый цвет машины. Сейчас я заберу очки свои. Все. Размороженное мясо, а делать ничего не хочется, а надо, а есть не хочется. Заценяйте. Блин, мне надо было их помыть, да, сначала, прежде чем на глаза одевать. Блядь, Марина. Одни вот такие вот, это плюс один. Они намного меньше, чем вторые. Вообще классно мне в тройке. Когда я сдавала анализы на глаза, у меня один глаз. То есть они разные. Тут плюс два, там минус три, короче, я не знаю. Но разные. И у меня были специальные очки для работы с компьютером и специальные очки для смотрения телевизора. И мне Кира, я в Украине брала, и мне Кира их погрызла. И все. Я не вижу... То есть далеко я вижу, я близко не вижу. Вот если я читаю, я не читаю без очков. Ну, или так вот сильно приглядываю. Сейчас домой приду, вторые помою и покажу вам.
наношу кислотные такие. Мне нравятся такие яркие цвета. Ой, наверное, какой-то он делает мне подуставший вид. Но зато модная. Модная. Я не женщина, я девушка. Моднячая. Ой, я вспотела. Да-да-да-да. Не благодарите. Домой. Агми. Опс, переключаемся. Смотрите, какие очки. София сказала, что симпатично. София, принеси мне еще одни очки у меня. Сейчас вирус, он просто касается ванты. Сейчас вирус. Что пару тяли? Другие. Обрачены. Саш, принеси мне еще одни очки. Саша, ну только дезинфекта не мать, потому что ты вирус. Нормально. Я вечером не могу, я вечером схожу с ума, надо помыть сразу. Вечером схожу с ума. Мама, Саша сказала, что я некрасива. Очень красиво. А ты леди, то ты пуляй, да. А включите свет. Guarda, ah, già! Ma che sei un po' grasso? Oh, ma lei è scema! Sì, sì. Io ho detto che fanno male i muscoli! Marita, Marita, non dimori che i muscoli sono dietro. Да, muscoli везде! Она вчера занималась, что это такое, что сейчас напишет, no, тебя не видно, покажись. Ну, не сонно, София мама. Убежала, мы ее словили. Мама, не сонно. Есть, у меня сумки, надо бустер. Саша сказала. Тебе нравится? Си. Вчера Саша сказала, не приходи дома, я тебе дам 10 евро. А я ее пришла фото за Интер, где вам мандата, она пенсала, что я веровите сюда до меня. Саша, Шура, вери куи. Марина, а помыть надо. No, Agmi, non siamo amici. Open the leg, vieni. Ma open the leg che apre le braccia, le gambe. Open. Lo sai che mamma, mamma canta al rubinetto, canta un attimo. Guarda che corre. Musica è grande. Canta in inglese, guarda. Yesterday. Oh my heart, my smile, my Friday. Friday day, my viz, my heart, my self, my open, my членуме. Come si diceva mare in inglese? Mare. Mare, sweet. Sea si dice. Vedi, meno se lo sapevi. Solo io. Девочки, смотрите, вторые очки показываю вам. Vai, vieni. Vuoi vedere, faccio male. Oh, Shura, ma ci dicono che ci picchiamo davvero. Cosa mi dicono? Ma ti viene vidna. Vieni, vieni, c'è ancora, vieni, pronto. Hai toccato la mia pedina ieri, lo so che a me non mi devi toccare il cibo. Ma te fili tutte le pedine. La rusca, food is love. Food is mine. Perché tu io passissi a spezzare? Perché era invidiosa, facciamo un mi zavido il sisicom. A me fanno schifo. Da, da, ti goci. Sono troppo grandi. Она хочет мало коза мои сиськи. Тебя я сейчас. Смотрите, девчонки, вторые мои очки. Софи, какие тебе нравятся? Мне чего ли твой порядок? Questi che c'hai? Come sorella grande, guarda. Sorella grande, posso essere quattro. Смотри, одни вот такие, а одни вот вы на мне видели вот эти вот вторые очки, я уже покупала. Мама! Пару лет назад. О, ты мне фанка отца. Здесь плюс один плюс. А там один. Мама, и это все одна и та же марка, видите, а это вот, которые поломались, они вот такие, смотри, вот эти вот поломались, можно на клей заделать их, их не надо выкидывать. Одни вот такие, вот один плюс в них вижу лучше, и как-то даже они такие, знаете, более-менее кислотные, симпатичные, ну, выдержанные. Мам, где мой хорошо? А эти прям вообще, вот, понимаете, мода-мода, вот прям зеленые, прям как все. Все, у меня теперь есть очечи, одни здесь, одни там, под настроение дела. Что я брала? Нет, я сейчас, нет, я сегодня буду голову мыть. Смотрите, иди сюда, Софичка. Да, полезно дело. Постой здесь со мной. Куда? Закрой. А почему? Круто, зачем? Open. Смотрите, девочки, что я брала? Я взяла, сейчас я сразу сполосну. Для мытья полов, потому что, София, вот эта, которая у нас стоит для мытья полов, мне это не нравится. Да. Мне не нравится. Мама, я Марсилия не нравится. Я взяла попробовать, это вот такой вот. Это первый раз так уберу, хотя взяла попробовать. Так, надо понюхать, София. Ну, после вирус, Марина. А, que bueno, Dio. София, тебя не видно, ты можешь подвинуться поближе? Дальше. Такую я уже брала, которую сейчас я вам покажу. Я такой я уже брала клубничный, очень нравится, очень хороший. Взяла шампунь, сейчас вам покажу. О, я думала, ладно. Почитай, что здесь написано. Шампунь, перкапели, сфераты. Ну, как раз для наших вот волос, которые будут восстанавливать нам волосы. Такую вот большую банку я взяла. Attento al caricatore. Это не карикатура, это микрофон. Палмолив для душа. Две вот такие вот штуки для диски, потому что мне надо, я котам протираю. И, кстати, знаешь что, мне не нравится моя вот эта смывка для глаз, которую я купила. Она мне не нравится. Я до такой степени она без масла дополнительного. Она мне селезенку вымывает через глаза, понимаете? Ужасная, ужасно, мне не нравится. Так, дальше.
появились вот такие вот перчатки. Но перчатки, чтобы не мочить, сейчас я их протру. Она еще не готова. Нет, там хорошо у нее сделано. Смотрите, я брала вот такие вот перчатки, вот такие вот салфетки. Мне это нужно, то есть можно все мыть этими салфетками, вытирать пыль, протирать там, я не знаю, компьютеры, все что хотите. Вот как пахнет. Я брала специально для котов, так как я их, допустим, вот сегодня полы мыла. Допустим, вот сегодня полы мыла, и я их в бокс туда дополнительно еще, знаете, помещаю, потому что пока высохнет пол. Вот. Вот такие вот салфетки. Так, а что здесь написано? Так, для чего они? Дайте почитать. Так, мультиузы, то есть для всего, чего они подходят. Для всех, для любых поверхностей. Не надо, после них не надо протирать дополнительно, то есть один раз протерли там, допустим, мебель, после них ничего не... Саша, кстати, убрала, молодец, все здесь протерла после себя. И также удаляет серми и бактерии, то есть бактерии. Но я брала, мне надо для кошкиного дома, для кошачьего вот этого вот моего манежа. Все, и краску для волос я взяла, крашусь я краской, вот такой вот, 111 номер, Гарниер. Вот такой вот краской я крашусь. Но сегодня, честно сказать, лень. Не знаю, может под вечер что-нибудь у меня это. Но сейчас на данный момент прям лень. Все, девчули. Что вот это я сполоснула, поставила. Я единственное, что забыла купить, я забыла купить пакеты. Я забыла купить пакеты. Забыла. И туда в магазин не набегаешься, потому что там постоянная очередь. Очередь и стоишь там как дурак. Все, перчатки появились, наконец-то есть перчатки. Были только в размере S, но как раз это мой размер, других размеров и не было. Кто делает чик-чирик? Да ладно! Она от него убегала сегодня. Ну сними мне, потом покажешь, у меня телефон на подзарядке. Котики делают чик-чирик. Мама говорит, иди котики чик-чирик делают. Я говорю, так она от него сегодня текала. То есть она к нему, наоборот, то есть она к нему лезла, а он от нее текал. Он не мог понять, что она хотела. Какой-то вообще кот, вообще неизвестно. Все, девочки, мальчики, мужчины, на этом буду с вами заканчивать. Всего самого хорошего, самого-самого доброго. Все, можете меня поздравить, у меня очки. Будет интересно почитать, какие вам очки больше всего понравились. Ну давайте вот если с распущенными волосами. Если с распущенными волосами. Ну, я не знаю, мне кажется, что вот такие вот очки молодежные, все равно они придают какой-то, знаете, такой вот свежести, какого-то такого рок-н-ролла, знаете, что есть еще в пороховицах маленькая пороховичка. Вот, смотрите, вот эти вот очки у меня такие уже были. Вот несколько лет назад я снимала, у меня были такие очки, потом они пропали как-то из ассортимента. И вот сегодня я прям две пары взяла, потому что они пластмассовые. Фирма вот так вот называется, это еще фирма выпускает не только очки, она также выпускает вот и зажигалки, все остальное. Я, кстати, между прочим, от этих красных уже и подустала. Они какие-то такие, знаете, вот придают здесь какой-то несвежий вид. А эти такие прям, ух, прям вообще, вот такое вот, видите, оправа какая, если хвосты завязывать. Ну и вот в этих вот очках я когда хожу, вот это вот они очень такие меньше размером и прям видно, вот немножко мешает. Ну не мешает, но видно, вижу я оранжевый цвет. Все, девчули, буду с вами прощаться, всего самого доброго, самого хорошего. Завтра протестирую вот это вот новое. Никогда не брала, может оно не новое, но я никогда не брала. Итальянцы, Modern Italia. И першоп продукты вот в этом магазине я покупаю, в хозяйственном. Они сейчас, по-моему, по-другому начали называться. Ну, в общем, буду пробовать, потому что не нравится мне эта Марсилия ужасно. Она моет пол, протирает, но не до такой степени. Все, всем пока-пока, оставайтесь добрыми, счастливыми, оставайтесь индивидуальными. Вы у себя одна, кто-то написал, очень грустно, что я у себя одна. В том плане, что вы у себя одна, такая индивидуальная. Понимаете? Для всех вы можете быть разноплановая. Для себя вы самая лучшая, самая идеальная, самая красивая, самая обаятельная, привлекательная. Все, девчули, мальчики, мужчины, не забывайте, машем флажками. Боже, когда я уже выпущу видео...
Есть у меня одна задумка, но сейчас, если телефон новый придет, если выберу, определюсь, какой телефон, тогда уже на новый телефон, наверное, и сниму видос, который хочу снять. Все, всем пока-пока, девчуля.